Привлечь молодых людей, склонных к девиантному поведению, к занятиям спортом. Именно такую цель ставили перед собой организаторы новой для областного центра профилактической акции. Много мероприятий для этой категории молодых людей уже проведено. Однако на достигнутом останавливаться не стоит. Новый проект призван помочь потерявшимся в жизни ребятам найти себе занятие по душе и отказаться от пагубных привычек и пристрастий. Мы начинаем нашу акцию «Спорт против наркотиков. Выбери жизнь». Мы решили ее провести для того, чтобы показать нашему подрастающему поколению, что кроме вредных привычек можно заниматься еще многими интересными вещами. Наша акция показывает, что есть такие виды спорта, которые дисциплинируют, которые привлекают учащихся, ну и нашу молодежь, к занятиям спортом, здоровому образу жизни. Старт крупномасштабной акции был дан на территории спортивного зала Брестского завода бытовой химии. И это не случайно. Предприятие находится в микрорайоне Дубровка, который уже не один год отмечается правоохранителями как один из неблагополучных. Кроме того, здесь находится не так много учебных заведений и центров дополнительного образования, клубов по интересам. Ребятам порой приходится ехать в центр города для того, чтобы проявить себя, участвовать в каких-то мероприятиях. И благодаря вот, наверное, этой акции и популяризации непосредственно тех спортивных мероприятий мы сможем привлечь не только успешных, не только самых-самых лучших ребят, но и то, кто может себя проявить с другой стороны. Несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, или чьи семьи признаны в социально опасном положении. Каждый раз мероприятия будут менять свой формат и категорию. А данную акцию открыл турнир по рукопашному бою. В поединках на татами встретились представители различных профессиональных клубов единоборств, которые с удовольствием поддержали новую инициативу. Тем более, что такое направление, как рукопашный бой, сегодня набирает особую популярность в молодежной среде. В Бресте достаточно популярный вид рукопашный бой, и много ребят интересуются, занимаются. И вот я думаю, что эти соревнования поспособствуют нам популяризации этого вида в дальнейшем. В большой программе мероприятий еще большое количество нового и интересного. Соревнования по пауэрлифтингу, роллерному спорту, айсштоку и футболу, армрестлингу. И это не полный список того, что ждет брестскую молодежь. Акция будет путешествовать по городу, так что следите за афишей.